Я там тоже была на фестивале «Татарской песни» в Германии. И самый большой фестиваль, который там проходит, это Фугатайский. Но есть еще и фестиваль памяти Вити Шнейдера. Это погибший поэт, писатель, драматург. Ему было 29 лет, когда он на лыжах погиб, в общем, разбился в горах, в Альпах. И с тех пор, уже 10 лет, 12 даже, собираются ребята в его память. Я спою одну песню Вити Шнейдера. От ветровки, от созвездий, от прохожих ли, двое прятались в подъезде, разговор вели. Ты давно расстался с нею, но ведь не забыл. Любишь ли меня сильнее, чем ее любил? Любишь ли меня сильнее, чем ее любил? Удивленно взгляд он поднял. А она причем? Это ты со мной сегодня, а она причем? Твой ответ какой-то странный, слушать я должна. Кто из нас тебе желаннее, или она? Кто из нас тебе желаннее, или она? Ревновать меня не надо через столько лет. Это ты со мною рядом, а ее здесь нет. Это ты со мною рядом, а ее здесь нет. Позволь на том свете жить в раю с женой, чтобы Богу ты ответил с ней или со мной.